Александра Олеговна. Я являюсь педагогом-психологом детского сада номер 139 города Иркутска. Я рада приветствовать вас на своем мастер-классе «Дети и IT-прогресс. Мотивация и развитие». Образовательный процесс в настоящее время невозможно представить без цифровых технологий. Современному ребенку требуется современный подход. Именно поэтому игротека педагога активно пополняется материалами для мультимедийного оборудования. Уважаемые коллеги, прежде чем представить алгоритм создания данной игры, я хочу вам ее продемонстрировать. Итак, дидактическая интерактивная игра «Домик эмоций». На данном слайде представлен дом, но дом этот необычный, поскольку в нем есть несколько дверей. И мы предлагаем ребенку с помощью курсора мыши или стилуса, если вы работаете на интерактивной доске, открыть любую понравившуюся ему дверь. Например, откроем дверь на втором этаже. Ребенок открывает. И здесь он видит сюжетную картинку. И тогда мы предлагаем ему определить, какую же эмоцию испытывает главный герой на этой картинке. Конечно же, ребенок скажет, что здесь мальчику радостно. Он испытывает эмоцию радость, потому что ему подарили машинку. Ребенок дает ответ, и с помощью приема «Анимированная сарабонка» может тут же себя проверить, нажав на данную картинку. Совершенно верно, появилась пиктограмма «Эмоции и радость». С помощью кнопки «Домик» мы возвращаемся обратно на наш слайд. Открываем следующую дверь. И здесь уже другая сюжетная картинка. Также мы просим ребенка определить, какую же эмоцию испытывает мальчик. И, конечно же, здесь любой ребенок вам скажет, что мальчику грустно. Он испытывает эмоцию грусть. Проверяем. Совершенно верно, пиктограмма эмоций и грусти. Следующую дверь открываем. Ой, а здесь сюжетная картинка, на которой представлена эмоция злость. Не могут дети поделить игрушку. Проверяем. Действительно, пиктограмма эмоций и злость. Следующую дверь открываем. Ой, а здесь как здорово! Дети удивляются, испытывают эмоции удивления. Проверяем нажатием. Совершенно верно, пиктограмма эмоций удивления. Возвращаемся к слайду «Дом». И как вы можете видеть, все двери мы уже открыли. Но ведь в доме осталось еще кое-что интересное. Конечно, окно. Ребенок также может его выбрать. Открывается занавеска. И здесь тоже спряталась от нас сюжетная картинка. Какую же эмоцию здесь испытывает ребенок? Эмоцию страх. Проверяем. Совершенно верно. Пиктограмма эмоций страх. Вот таким образом проигрывается данная игра. Но сейчас, собственно, перейдем к алгоритму. В данной игре используются гиперссылки и технологический прием «Анимированная сарабонка». Настраивая гиперссылки, мы даем ребенку возможность открыть ту дверь, в которую он захочет. Каким образом мы это делаем? Выбираем нужный объект, в данном случае у нас дверь, и вставляем его в презентацию. Здесь дверь у нас уже стоит, да? Правой клавишей мыши мы настраиваем гиперссылку на тот слайд, который нам нужен. Это будет слайд 4. Настроили. На этом четвертом слайде фоном уже должна стоять та же самая дверь. Проверяем. При нажатии на дверь мы попадаем на этот слайд. Открываем. Для того, чтобы был эффект открытия дверей, мы на следующий слайд, после того, на который установили гиперссылку, устанавливаем переход двери. И в этом же меню мы можем выбрать нужный нам звук, который будет звучать в момент открывания двери.
Также по аналогии мы настраиваем гиперссылки на остальные двери. И таким же образом настраивается гиперссылка на занавеску, которая находится на окне. Таким же образом, здесь у нас гиперссылка уже стоит на данный слайд. И на следующий слайд, который идет после занавески, мы останавливаем уже переход занавесок, для того, чтобы занавеска открывалась так, как нам нужно. Уважаемые коллеги, сейчас приступим к созданию анимированной сорбонки. Напомню вам, что анимированная сорбонка – это двусторонняя карточка, на одной стороне из которых изображается ответ на другой вопрос. То есть ребенок дает ответ и может тут же себя проверить. Напомню, как это было в данной игре. Для того, чтобы создать анимированную сорбонку, необходимо вставить фигуры, которые вам нужны, и скопировать эту фигуру два раза, чтобы получилось три одинаковых фигуры. Для удобства я рекомендую эти фигуры назвать в области выделения. Первая фигура будет являться ответом, в данном случае ответом у нас является пиктограмма «Радость». Второй прямоугольник будет являться вопросом, это будет картинка «Радость». И третья фигура – триггер, о нем я расскажу чуть позже. Далее начинаем заполнять содержимое фигур. Поскольку ответом будет являться пиктограмма «Радость», заливка фигуры, выбираем рисунок и выбираем пиктограмму «Радость». Готово. Второй прямоугольник вопросом у нас будет являться сюжетная картинка «Радость». Также выбираем в настройках картинку «Радость». Триггер пока оставляем без изменений. И далее переходим к настройке анимации. Выбираем фигуру с вопросом, у нас это сюжетная картинка «Радость». Добавляем анимацию «Выход вращения». В параметрах эффектов настраиваем начало по щелчку, необходимое время, без повторений, и переключатели «Начать выполнение эффекта при щелчке» выбираем «Триггер». Далее переходим к фигуре с ответом «Пиктограмма «Радость». Добавляем на нее анимацию «Вход вращения». В параметрах эффекта также устанавливаем время. Начало будет с предыдущим, без повторений, и переключателем также будет являться триггер. Далее на эту же фигуру, на ответ пиктограмма «Радость», добавляем анимацию «Выход вращения». В настройках анимации в параметрах эффектов выбираем также время, начало по щелчку, без повторений, переключатель триггер. Аналогично. Далее возвращаемся к сюжетной картинке. Добавляем анимацию входа вращения. Настраиваем по щелчку, без повторений, переключатель триггер. Здесь с предыдущим. Важно проверить параметры эффектов, поскольку от этого зависит, как будет работать наша сорбонка. Далее переходим к настройке триггера. Формат заливка фигуры. Устанавливаем прозрачность триггера на 100%. В параметрах контура выбираем без контура. Далее накладываем фигуры одна на другую. Первой фигурой у нас будет ответ, далее вопрос и
сам триггер. И в итоге проверяем полученную сорбонку. Работает. Далее, чтобы создать другие сорбонки, не нужно снова делать такую конструкцию. Достаточно просто выделить уже сделанную сорбонку, копировать и вставить. И уже здесь заполнять фигуры другим содержимым, которое вам необходимо. То есть по аналогии так же, как с первой сорбонкой. Вот, собственно, из таких приемов состоит данная игра, которая направлена на развитие умений распознавать эмоции по сюжетным картинкам. Уважаемые